Волейбол, баскетбол, футбол. У юных жителей Чистцов много возможностей выбрать вид спорта по душе. Это и способствовало успеху чистцовской команды на муниципальном и зональном этапах веселых стартов. Но расслабляться школьникам рано, впереди финал. К итоговому выступлению спортсмены готовились месяц и теперь точно знают, что нужно для победы. Нужна физическая подготовка, моральная и хорошая команда, чтобы они не ссорились. И самое главное – это дружба. До финала веселых стартов дошли 18 команд. В их составе учащиеся 5-х и 6-х классов образовательных учреждений из различных муниципалитетов Подмосковья. Одинцовский район в волейбольном центре представляли спортсмены не только из Чистцов, но и из третьей школы. Их ждала непростая борьба не только за кубки и грамоты. Кстати, за последние сражались и команда, и их группы поддержки. Немаловажно, что по итогам этого турнира победители с 1 по 5 место получают субсидии от Московской области на развитие материально-технической базы, то есть на развитие спорта непосредственно в своем образовательном учреждении. Общий размер субсидий составил 20 миллионов рублей. Эту сумму между собой по традиции делят команды, занявшие с 1 по 5 места. Потратить выигрыш победители могут на обустройство спортивных площадок или закупку инвентаря. Поэтому и отношение к соревнованиям у участников очень серьезное. Мы очень, как бы сказать, стараемся выполнять все задания. Мы тренировались 2 месяца. Вот, и у нас очень хорошая команда, которая может сюда поддержать, если кто-то будет, кому-то будет. Ну, в общем, у нас очень хорошая команда. Подготовка очень серьезная. И дети, и учителя подходят достаточно серьезно. Проходит отбор в команду. Кто не попадает, конечно, расстраивается, ну а кто попадает, изо всех сил стараются получить призовое место. Выступление спортсменов оценивала опытная судейская коллегия, которая обращала внимание и на скорость, и на частоту выполнения заданий. Одинцовским участникам веселых стартов на этот раз удача не улыбнулась. Кубки победителей отправились в Подольск и Раменский район. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».